Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Ремонт действительно будет, но коснется только опор, на которых держится мост. Сама конструкция еще крепка. Ширина проезжей части не изменится, потому что официально мост так и останется пешеходным. А восстановлением конструкции займутся предприятия и садоводы. Администрация будет лишь руководить процессом. Но дачники уже этому рады. В выходные некоторые даже поучаствовали в вырубке деревьев. Мы вот там рубили, тут рубили. Отсюда бетономешалка, да, кран, короче, встанет. Будет ремонт. Тут же полно и скош, там эти все. Ой, много всего. Вот они все будут, кооперативы и самое. Ну, наши, как я мне сказали, что наше дело покрасить только мост. Остальное будут делать они. Вот и надеемся на лучшее. А как думаете, а почему раньше тогда не собрались? Слава мэру! Ославили главу городской администрации едва ли не на всю республику. На прошлой неделе над мостом вывесили плакат, окрестив аварийное сооружение именем Рашита Давлетова. Провисел баннер недолго, около 3 дней, после чего пропал. А вокруг моста начали пилить деревья. Сегодня как раз провели совещание под руководством главы администрации Давлетова Рашита Мустафовича. Собрали предприятия города, которые в нашем городском округе работают. У нас первая задача – это укрепить быки, это опор называется, несущие, и также укрепить подходы. Подходы – это вот где конуса, где мост стоит на левом и правом берегу. Вот самые разрушительные действия там возникли там. Перечень работ включены также увеличение высоты поручней, чтобы люди могли безопасно проходить через реку Березовка. Приведут в порядок и русло реки, чтобы вешние воды не свели все старания к нулю. Вокруг моста, который никто не хочет признавать своим, теперь такая суматоха. А сколько было разговоров о том, кто должен ремонтировать мост. На деле все оказалось просто. И предприятия как-то сразу нашлись, деньги захотели потратить, рабочих и материалы предоставить. У многих на красаву вали садовые кооперативы. Из бюджета на эти цели не потратят ни копейки. Поэтому основная задача – спасти то, что осталось. Как мост был, мы такое же состояние приведем его. Мы его уширять и добавлять грузоподъемный вес не сможем. Потому что ни проектной документации нет, ни таких строительных организаций нет, которые возьмут за это дело. И бюджетных ассигнований нет. Каждому в этом мероприятии отведена своя роль. Предприятия укрепят опоры моста и расчистят русло. Садоводы покрасят металлическую конструкцию, чтобы было красиво. И когда все закончат, за дело возьмется администрация. В течение года мост примут на свой баланс.